Добрый день, с вами магазин Юный Папа. Сегодня мы рассмотрим инфракрасный пистолет с жуком, артикул W7001. В комплектацию данной модели входит пистолет, жук и зарядное устройство для жука. Дополнительно вам потребуются 4 батарейки пальчиковые для пистолета. Они вставляются вот сюда под защитный кожух. Сама игра представляет собой стрельбу по данному жуку. Очень достаточно интересно, весело. Есть различные варианты стрельбы, то есть это стрельба дробовиком, пистолетом, автоматической винтовкой. Есть функция перезарядки, которая находится, кнопка на задней части. Давайте поподробнее рассмотрим игру. Для начала игры вам потребуется сначала включить жука и включить сам пистолет. Далее производим выстрелы. Жук переворачивается при помощи специальной кнопки. У него обратно спуза переворачивается обратно. Цель игры состоит в том, чтобы просто приятно провести вечер. Упал жук. С вами был магазин Юный Папа. Оставляйте комментарии под данным видео. Если у вас возникнут вопросы, мы с радостью на них ответим. Всего вам доброго. До новых встреч.